лейтмотивом поездки последней недели февраля 2014 года была настоящая снежная русская зима в итало-швейцарских Альпах. Русская снежная зима в тот год, когда в европейской России было по-европейски тепло, безснежно и сыро. Мимо ристалищ капищ, мимо храмов и баров, мимо роскошных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы идут по земле пилигримы. Увечны они, горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды дрожат над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним. Да, мир останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Что мир останется лживым, да, мир останется вечным, может быть постижимым, но все-таки бесконечным. И быть над землей закатом, быть над землей рассветом, удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога, и значит, остались только иллюзия и дорога. Добрался до автострады, которая ведет в Альпы. Много было приключений. Во-первых, Ленка визу, оказывается, взяла на полгода и пока вернулась. Но есть надежда, что ей удастся быстро выбить визу в Италии и приехать. Второе, у меня был очень плохо распечатан ваучер, я никак не мог найти тот офис, который мне даст машину, но потом все-таки машину дали. Но машина некоторая развалюха. Ну да ладно. Едет и едет. Зато приборы крутые. Ба-ба-ба-ба. Вообще, я бы сказал так, машина для мадемуазели. Ну что будет дальше, посмотрим. От аэропорта до зоны катания ехать примерно 2 с небольшим часа. Это 165 километров. Первые 40 минут навигатор ведет по каким-то узким дорожкам петлючим. Они без конца входят в маленькие итальянские городки, где без конца висят знаки «Проезд закрыт», «Ремонт дороги», «Светофоры». Все достаточно медленно и не очень интересно. Единственное, там речонка какая-то симпатичная протекает. Потом выезжаешь на хорошую
автостраду из Милана, по три полосы в каждую сторону, скорость 130 разрешена, ездят 160, по ней километров 50 летишь, потом сверток на автостраду помельче, по две полосы в каждую сторону, а с нее после 40 километров уже сверток на автостраду, которая по ущелью идет из Италии во Францию через знаменитый туннель под Альпами. На свертке в эту автостраду стоит знак, что дальше уже без цепей на колеса ездить в принципе нельзя. Но они не обязательно нужны, полиция редко проверяет наличие цепей. Альпы видны с самого начала в виде белой стены, к которой приближаешься. Издалека Альпы кажутся гигантскими. Но когда уже въезжаешь в ущелье, весь масштаб Альп исчезает, потому что видишь только ближайшие склоны. И скамейки метров, стоят. Поворачиваем направо, затем поворачиваем направо. А? Здорово. Все, что было. Ну, а это куда? Это он к себе домой заехал. Ну ничего, да? Да. А канал, что вода застала. А зимой там как? Какой зимой? Ну сейчас зима. Поворачиваем направо. А встречную можно поймать? Все можно. Если бы вы видели, как я сейчас крутился по городишке, но там сам снимать я уже не мог. Там было не до съемки. Надо путешествовать с женами. В сумерках марта сложена варта, группа легла на курс. Скоро горы. Мы покидаем зону леса, кончены сборы, в сторону сборы, то лес вперед и пусть. Где-то ветры ставят нам снежную завесу, люди и города, издавна не в ладах, снова гордые горы, скинули горы. Умеешь кататься на горных лыжах? Тут еще надо доехать до того места, откуда катаешься на горнах. Но ни к чему рыдать, помни, есть еще время, мы у подножия гор. О, сейчас будем лежать место, где я цепи хотел на прокат взять. А мне предложили только купить за 90 евро. Собака такая. Вот, вот здесь, вот на этой заправке. Вон где этот многоногий. А? Вот тут. А, теперь у меня есть цепи. Он остался без 90 евро. Так мне надо гада. А я и без цепи съехал. Все равно я не умею ходить. А как же мы ходим? А? Как же мы ходим? Зачем? Это только от полиции.
Но вот эта вот вершина, это лейтмотив Червини, вот этот. Вот видишь, треугольная такая скала. Вот мы вокруг нее и будем кататься со всех сторон. Все, 7 километров осталось до отеля. Забывай. А? Мы сейчас находимся примерно в 12 километрах от Червини и ниже нее, в местечке, черт, опять забыл, как называется, Наве, откуда ведет первый подъемник наверх. Но вот сегодня вам будет продемонстрирован оптимальный маршрут, как за день посмотреть весь этот комплекс. И тот курорт, где мы живем, и Червинию, и Цермат. Это будет длинный маршрут. Он займет целый день катания. И после него очень устаешь. Очень. Швабры. Это вам не Россия, это снежная Италия. По снегу итальянцы ходят с зонтиком. Давай. Ты дверь сперва, мою, чтобы сапоги поставить в багажник. Мою, чтобы открыть и сапоги. А, сегодня 1 марта. А? 1 марта. Ага. Весна началась. Ага, они тут из-за Украины балдаются, а нас тут снегом засыпало. А сейчас тут вот проблемы еще. О, с лопата. Есть? Снимай. Давай их хватит, я буду. Ну, конечно, ты что? Э? Я закрываю. Вот эту бы налить, а? И вот, вот тут, а? Такая русская зима. Тут есть все для езды по горам. Во-первых, церковь, в случае чего могут отпеть. Во-вторых, цепи. Вот я думаю оставить, а в чем их потом? Вот такое состояние дорог. В горной Италии. Вот интересно, как тут автобус проедет.
Хорошо тут ехать без тормозов. Автобус с цепями. Ух ты! Сложная ситуация, да? Сплошная писта. Он тоже с цепями. Ух, сейчас. Не забил. Самый дорогой отель. Вот этот домишко. Вот этот. У нас возникли проблемы. Держи. А зачем ты свои перчатки достал? Так. Вот это вот так размыкается. После этого я уже забыл. Замок вперед или назад? А? Замок впереди, как ты его застегиваешь, будешь сзади. Да нет. Все, инструкция. Все как по-буржуйски. Так. Так, значит, ага. Ага, хвостом вперед. Понятно. Так, где у нас хвост? Бля. Хвостом вперед. Это срочно назад. Так. Блин, только буржуи выдумали целлофан надевать. На руки. Под коленки, я по нему еду. Все гладкие коленки. Так. Тут его надо сомкнуть. Опа, есть. Победу уехала. Вырежешь пад. Звук. Так, теперь надо одеть перчатки. Слушай, останови там. Ага. Так мы едем с цепями. А тут асфальт расчистили, гады. Конечно, одеть цепи было не очень легко, но там была инструкция. Да. Ну, меня немножко не видит. Кроме инструкции был коврик под колени, но коврик был полиэтиленовый, и в результате я вместе с ковриком ехал по склону шоссе вниз. Поэтому тут, конечно, они не продумали. Тот, кто делал этот коврик, не знает, что на полиэтилене можно кататься с гор. Но зато с цепями вот едешь себе, а без цепей мы вообще стояли на месте. Да. Мощей не хватало, может. Нет, почему мощей? Мощей-то хватало, только колеса прокручивали. Они крутились, а мы не ехали. Уважаемые посетители Червинии, обязательно на прокате, даже если вас отговаривают брать цепи, вы
вы их берите. Они входят в стоимость проката. Но они их не хотят давать. А в общем, эта штука полезна. Вот сейчас мы поедем под город. Ой, я боюсь под город. Будет ясно, кто виноват. Да, будет. О, чем тормозить? Могу идти. Нет, я думаю, подгорок вообще поедет. А как тормозит? Тормозит хорошо. Да, зря в России пролетариат. Цепи-то сбрасывал. Цепи иногда бывают полезны. Нечего было терять, кроме своих цепей. Нет, ну это же было, нам история Киршни рассказывала, что когда-то там какие-то цепи Россия закупала у кого-то. И там сразу Маркс говорил, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, а в России даже цепи пролетариат должен закупать за рубежом. Слушай, абсолютно уверенно машина едет. Обалдеть. Ну вот уже наехал. Мы не первые. Далеко не первые. А у них завтрак хочет. Ну мы куда поедем? На стоянку или где стоять? Где стоять? А насыпет снегу. Стоянка с крыши. Может, на стоянку уже? В Италии наступила русская зима. Началось первое. По всем признакам весна. Все засыпало. Я научился одевать цепи. Я узнал, как бывает, когда жмешь на газ, машина вообще никуда не едет. Хорошо, что ты это узнал. Да, и хорошо, что я это узнал во время движения вверх, а не во время движения вниз. Мы с трудом дотянули до первого расширения дороги, и как-то дальше ехать не было ни малейшего желания. Да. Ты испугалась? Нет. Да что, я скорпион. Сейчас покажем вам, как сделать большой круг по Червинии, Вальтур, как-то там еще, и Зермату. Сейчас мы находимся вот здесь, потом поедем так, через Червинию, Зермут, вокруг Зермута, через плато Роза и обратно. Вот этот круг можно сделать за один день. Если, конечно, у вас есть крепкие ноги, хорошие лыжи, и вы готовы совершить подвиг. Я предлагаю его совершить. И снаряжение – самый приятный груз. Скоро горы, это потом придет усталость. Воздух весенний дышит весельем, гонит тоску и грусть. Счастья часто нам в городах не доставало. Люди и города издавна не в ладах. Снова горные горы, скинули горны, сыгран сбор. Если с тобой беда, то ни к чему рыдать. Помни, есть еще время, мы у подножия гор. В сумерках марта сложена варта, рука легла на куст. Скоро горы, где-то внизу лесная зона. Кончены сборы, в сторону сборы, только вперед и пусть. Склоны тонут в розовой дымке горизонта. Люди и города издавна не в ладах. Снова горные горы, скинули горны, сыгран сбор. Если с тобой беда, то ни к чему рыдать.
Помни, есть еще время, мы у подножия гор. Есть еще время, мы у подножия гор.